Праздничная елка главы Якутска собрала сотни детей со всех школ и учреждений дополнительного образования столицы республики. Она знаменует начало новогоднего марафона детских праздников. Традиционно в этот день свои награды за успехи в самых разных областях получили стипендианты главы Якутска. Это отличники учебы, участники городских, региональных, всероссийских и даже международных олимпиад, успешные спортсмены и общественные деятели. Всего на награду претендовали 80 детей, но получили ее только 22 ребенка. Сегодня были и ребята, которые отличились из специальных коррекционных школ, ребятишки, имеющие ограниченные возможности здоровья, но они также успешны в определенных сферах. И я думаю, что это здорово, когда все наши дети имеют равные возможности, и только от их способностей зависит, как они покажут себя